Ну и вот Мирай Нагасу, от которой не то чтобы многое зависит с точки зрения попадания Юлии Лепницкой в финал Гран-при, но если она не выиграет, то тогда и говорить будет не о чем. Можно будет спокойно готовиться к Сочи. От души откатала свою программу Мирай Нагасу. И должна сейчас получить очень неплохие оценки.